Очередной сезон грибного спорта в Петербурге набирает скорость. Но вот увидеть именитых атлетов можно не только в акватории Малой или Большой Невки, но и в ботаническом саду, к примеру, посадкой деревьев. Сегодня занялся двукратный олимпийский чемпион по академической гребле Юрий Тюкалов. В копилке гребца золото игр в Хельсинки 52-го и в Мельбурне 56-го годов. Ну а само дерево, кстати, тоже чемпионское. Желудь был взят с одного из старейших в северной столице Дубов. Двухвековое растение знакомо, надо полагать, всем любителям прогулок на Елагином острове. Ну, работа работой, а со своими спортивными правилами почетный житель Санкт-Петербурга готов делиться всегда. Две заповеди. Это слова Александра Васильевича Суворова. Тяжело в учении, легко в бою. Я не тренировался на гладкой воде, выходил на большую Неву, всегда на большие волны. И затем английский теоретик такой Стив Фербер написал, что мили делают чемпионов. Значит, нужно как можно больше километров проходить. Очень просто так, по-русски. Вот я так и делал. И это мне помогло выиграть Олимпийские игры. Два олимпийских золота, однако самая первая медаль отнюдь не спортивная. Ее Юрий Сергеевич получил еще в 12 лет. Это медаль за оборону Ленинграда.